Пуля непробиваемой Нокия возвращается, и блогеры ликуют. Вот он, этот знакомый звук. Легендарная модель 3310 будет перевыпущена в современной версии, об этом заявил компания-изготовитель. Что конкретно в ней поменяют, пока неизвестно, но представить обновленный телефон обещают уже в конце февраля. Стоить он будет около 60 евро. Модель 3310 начали выпускать еще в 2000 году, и она была признана фанатами практически неубиваемой. Из-за прочного корпуса и аккумулятора, который долго держит заряд. На новость интернет мгновенно отреагировал множеством мемов. Например, «Поклонитесь королю, который вернулся». Это пишут одни пользователи. Другие отмечают, что у них еще и старая Nokia вполне работает и годится не только бутылки разбивать, в отличие от современных хрупких гаджетов. Я писал хлипких гаджетов. Смешной мем сейчас мы видели про Тора, у которого закреплен на его молотке вот этот вот милый телефончик.